Всем привет! Вы смотрите канал Просто Детки, и мы продолжаем играть в Шарарам. Смешарики в Шарарам. Только вот я захожу в свой клуб, все знают уже, кто постоянные наши подписчики. Уже. Вот сразу все спрашивают, ты снимаешь, вот я сейчас буду. И сразу реакция, ура! Так, первым делом я передаю привет, просил это сделать нас Алина Спинова, ей привет. А кто хочет передавать привет, чтобы я вам передал привет в следующем видео, пишите, пожалуйста, свое имя и фамилию. А разве... Вот такие вот недоверчивые есть смешарики у нас. Так, ну быстренько я не буду сейчас там всех озвучивать. Добавлю всех в друзья. Опять куча народу. Хорошо, всех добавлю, всех ценю. И быстренько прочитаю. Да, вот он, я твой подписчик, хорошо. Так, быстренько все просматриваю и начинаю выполнять задание. Так, да, снимаю. Не знаю я. Лёлич на Sky, я не знаю, я не профессиональный игрок Шарарам. Это лучше спросить у старожилов, которые вот у нас под видео пишут, что там играют уже по 5 лет. Это лучше у них спрашивать, так что, сори, я не помогу. Купи мне карту на 30 дней, круто. А кто бы мне купил еще одну карту? У меня тоже заканчивается уже меньше, чем через месяц. Нет, ну я себе карту, конечно, куплю, но просить кого-то купить карту, это тоже. У всех есть взрослые, там, родители и так далее, кто могут сделать подарок. Так, дела хорошо, спасибо. Вот это было классно. Я, кстати, видел этот стишок вечером, когда еще не записывал. Просто редкий класс. Кто не верит, тому глаз. Это, конечно, просто шедевр. Мне понравилось, спасибо. Можно прийти в гости, можно... Да, у нас шарафон за миссию. А за что же еще? Привет. Великан, это, наверное, задание. Как мне попасть в видео? Ну, видео я снимаю обычно, вот кто не знает, в субботу вечером. Ну, довольно-таки поздно, потому что я как бы не могу раньше снимать, там работа и все такое. А второй раз я снимаю или в среду, ну, чаще всего в среду. Так что в эти дни вечером будьте онлайн, вы увидите видео. Как прокачать клуб до 5 звезд? У меня тоже такой вопрос, потому что у меня 4 звезды в клубе. Наверное, нужно купить всю мебель там крутую за румбики, менять часто артистов там, ну и приглашать друзей. Привет, 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 подари энергию. Как тебя зовут в реале? Я уже всем говорил, меня зовут Иван. Пожалуйста, в клуб. Ты где? Запрос кинь смешарику, сами кидайте запрос, я всех принимаю. Привет. Будет новая серия, но вот она, будет в воскресенье. Как я говорил, в субботу я записываю, в воскресенье выкладываю. Спасибо, что-то слишком много сообщений. Сними растения против зомби. Ну вот я вчера снимал, не знаю, это актуально или нет. Малыш. Меняет лицо. А какая это серия? Все, наконец-то разобрались с сообщениями. Так. Всем привет еще раз. Можете... Можете увидеть себя в кадре завтра. Так, ну все. У нас здесь появилось много новых заданий, поэтому давайте их начнем проходить. Я, правда, еще не знаю, где что делать. Вот, прикупить техноштучки. Давайте глянем, что у нас за техноштучки. Так. А что у нас здесь за техноштучки? У кого это? У шефа? Так. А, это нет, это привидение. Привидение мы уже... Техномода, вот, понятно. А, ну как всегда. Фонтан, мульт ТВ,
Crystal Mainstream. Даже не знаю, вот этот ТВ с фильмом как-то мне... Ну, конечно, да, красивый телек, но 12 румбиков за него давать не хочется. Хотя вот, допустим, стол Mainframe довольно-таки неплохой. Но мне больше всего нравится этот фонтан. Зависай. Я его покупаю однозначно. Да. Ну, а Муль ТВ, я не знаю, в принципе, ну... Тратить румбики на стол Mainstream я пока не буду. Все, покупки мы сделали, то есть, и теперь давайте поспешим на Киберфест. Это он или нет? Да, вот, Киберфест. Собери дрон, добудь его части у смешариков в Шарараме. Понятно, теперь нам нужно искать смешариков. Пошлите это делать. Так, для начала я забыл, когда выходил, там кто-то что-то заказывал у нас. Шоколадные конфеты. Торт. Так, сразу покупаем их обратно. Так, торт и шоколадные конфеты. Где они есть у нас? Вот. Хорошо. Зашел в бухту, и нам тут сразу предлагают покопать. Но только этот раз я уже не буду покупать копание за румбики. А просто быстренько постараюсь выкопать то, что попадется. Какой диван в доме крутой, золотой. А, ну понятно, нам вообще не везет. Пусто, пусто. Ага, вот часть дивана, ну как бы я все равно ее не смогу выкопать, потому что вон сколько частей нужно. А у нас всего две копки осталось. Пусто, пусто. Нет, ничего интересного, к сожалению. Так что, так. Одноглазый Джим нам пока месть не нужен. Пошлите дальше искать смешариков, где они находятся. Я их не проходил еще эту миссию, поэтому не знаю достоверно, где они есть. Так, тут тоже их нет. Где же они спрятались? А вот здесь у нас есть босс Бабос. А, у нас тут фестиваль роботехники и конкурс на самый крутой дрон. Собери дрон сам, получишь снаряд или смайлы в подарок. Что делать, подскажет иконка. А, это ж получается мы здесь уже были. А, нигде не указано, где эти смешарики есть. А то, что-то я уже полкарты обошел, их пока не встречал. Может, в лесу? И тут нету. А где же они есть? Ау, смешарики. Так, еще наши друзья. Пока миссия онлайн, добавляю всех. Может, спросить у них совет? Так, в поисках смешариков я зашел в школу магов. И давайте вспомним. Элис у нас, по-моему, я этот урок не проходил. О, заодно есть шанс теперь стать магом. Давайте пройдем это задание перед тем, как заняться киберфестом. Так, пройдись по ленточкам и напиши площадь ковра, на котором выступают гимнастки. Так, первая ленточка ведет сюда. Кстати, я уже, по-моему, этот урок проходил и ошибся на этом задании почему-то. Вторая ленточка ведет сюда, вот, 1-6, и третий, 9, 169. Я не помню, сколько я в прошлый раз вводил, надеюсь, сейчас правильно, отлично. Так, реши головоломку, исключи лишнее и напиши одно из главных качеств гимнаста. Так, ну я не знаю, тут в первом части что-то похожее на скорость можно собрать, во второй пластик, а в третьей... Ну, тоже какая-то, типа, там скорость, что-то похожее. В общем, мне кажется, все-таки ответ... А второй пластика. Так, пластика. Отлично. Так, выбери три слога, сложи из них слово и напиши, что обязательно должно быть в выступлении гимнасток. Ну, обычно гимнасты выступают под музыку. Под музыка. Музыка. Отлично. Так, прочитай против часовой стрелки все синие буквы и напиши базовый элемент гимнастики. Так, против часовой. Все синие. Точ, лас, нет.
100. 100 числа, нет, так. Ла... Ласточка. О, ласточка, наверное, ласточка. Ласточка. Надеюсь, правильно. Отлично. Прочитай отражение в зеркале и напиши, как называется основной элемент с булавами. Ух ты, отражение. Как же он называется? А, получается, вот если читать заодно вперед, то мельница. Наверное, мельница. Так, пишу мельница. А вот и мой наряд для выступления. Помоги подобрать к нему получешки и отметь их. Так, а что у нас получешки? А, ну, по-моему, вот второй наряд подходит больше всего. А, точнее, вторые получешки. Так, одинаковый рисунок у них. Отлично. Расшифруй заклинание и напиши, что надо говорить, чтобы лента не запутывалась. Ого. Так, а давайте расшифровывать. Z это B, получается ба р р ра ба так бара м барам барамба что ли так барамба ура ты помог мне победить ставлю тебе зачет ищи ковер среди мебели в домике. Так, ну, а магом мы когда станем? Это ж, по идее, был четвертый урок уже. Новый магический уровень. Твои подарки. Магия-скороходы и шапка мага. Ух ты. Достигни второго уровня и получи подарки. Магия солнца. Ну что, друзья, поздравьте нас. Мы уже целый месяц становились магом. Наконец-то это сделали. А, так, хорошо. А у нас еще было задание, вот это вот. Ладно, ищем все-таки смешариков. Так, вот пока искал смешарик, еще увидел, что кроме техники в дом, мы ж еще не глянули костюмы, какие есть. Доспехи агента, костюм самолет и скафандр. И костюм «Стальное крыло» за румбики я это не рассматриваю. Ну, давайте попробуем себе одеть костюм «Самолет». Пускай будет. Тем более, как раз мне писали, что нужно поменять костюм. Хэллоуин уже давно прошел. Поэтому можно переодеться. Так, где я тут есть? А то я что-то заблудился. Так, Вова, парень, чего ты за мной бегаешь? Мне парень не нужен, мне нужна девочка. Так, скафандр. Это есть. Кстати, вот у нас... А, шапка мага тоже. А, ну ее только надо без скафандра. Что еще нам нужно? Что-нибудь на... Ноги. И куда еще? Давайте глянем, что получилось. Конечно, в таких скафандрах сейчас он пол... Шарарама бегает. Ну ничего, я сегодня побегаю, а завтра поменяю потом. Так, пока я ищу смешариков... Так, меня зовут Лера, передай мне привет. Привет, Лера. Подари, плиз, орех. А как подарить орех? Не знаю, честно, как его дарить. А вот, кстати, опять же, кому это просят подарить. Ой, ну извините, я сейчас просто не найду. Тут миллион, кажется, вас всех в друзьях, поэтому я не смогу подарить вам. Зато можем получить подарки. Вот такие мы бессовестные. Всем спасибо за подарки. А, попросили ключ, мы подарили. Получить. Что еще получить? Так, хорошо, когда есть друзья. Вот я спросил, Паксан нас всегда выручает. Где находятся смешарики? Вот он написал, в пляже, в Ромашковой долине, площадью больнички. Хотя вроде бы я там был, что-то не заметил. Да, спасибо. Всегда нужно благодарить за хорошие дела. О, а вот он, правда, пляжник. Я ж вроде бы здесь был, что-то не замечал. Ну, дяденька, ну мне очень нужен пропеллер.
Я тут дрон для фестиваля делаю. На него что, он стоит пропеллер на вентиляторе? Хорошо. А для такого дела можно, но ты тогда уж принеси мне водички взамен. А где нам взять водичку? Найди в шарарами стакан воды и возвращайся ко мне. А, все, я понял. Я думаю, что вот эти два дня в клуб заходят все за водой. Потому что нужно для задания. Теперь понятно. Надо было цену ставить за нее 100 монет. А не 50, как у нас стоит. Все становится на свои места. А еще заказывали... Ага, вот куча клубов. Давайте поищем. Где, у кого же продается вода? Ну, на правах рекламы говорю, что у нас в клубе продается все. Все 48 блюд из меню. Вон, все ходят с этими самолетами, как у нас. Так, напитки. Напитки, напитки. О, тут тоже, видите, по 50 копеек вода. Ну. А есть тут хозяин или нет? Алло, хозяин. Кстати, прикольный клуб, обставлен неплохо. И где здесь вообще выход? Выпустите меня, help! Где выход? Ой, вот, наверное, выход. Ну, как отсюда выйти? Ладно, придется через клубы выходить. Через клубный квартал. Так, где еще здесь есть какие-то клубы? Вот еще один прикольный клуб. Вода тут стоит 10 копеек. Но, к сожалению, хозяев нет дома. Придется искать дальше. Так, вот еще один клуб. Минеральная вода 100 копеек. Так, пусть будет 100 копеек. Лишь бы принесли нам ее. Люди, дайте водички напиться. Меняю на свою воду. У меня своя есть, только нужно, наверное, купить. Или я не знаю, или может быть своя вода тоже засчитывается. Но давайте в магазин. Или. А, это в клубе нужно обязательно. Вот меню. Напитки. Покупаем минеральную воду. Так не считается. Нужно именно, чтобы принесли. А давайте попробуем. Может, нам кто-то уже дал ее? Так, пляжник. Никто нам не продал воду. Что ж такое? Так, а еще подсказали, что воду можно взять в диско на столе. Чтобы не ходить, не тратить деньги, не покупать ее ни у кого. Ты еще ж не допросишься. Так, а почему мы не можем в диско зайти? Ага, вот. Как-то долго сегодня игра грузится, может быть, людей много. Так, вот диско-клуб. И вот мы видим, вода для пляжника стоит. Как все просто. Ты нашел воду, возвращайся. Ну пошлите к пляжнику. Ну что, пляжник. Получает мне деталь для дрона. Спасибо, все, пляжника сдуло. Так, а дальше мы идем... Идем площадью больнички. А кто у нас здесь? Вот это малявка, что ли? А я их даже не заметил. Я думал, это не по заданию. Да я тут дрон мастерю, а скакалка вместо провода пойдет. Дай мне скакалку. Так, а я во что играть тогда буду? Я сейчас папу позову. Тихо-тихо, не надо папу, я тебе игрушку подарю. А какую игрушку ей подарить? Так, подбери игрушку, я тебе отдам скакалку, ну, то есть провод для дрона. Возьми по букве слово и напиши, какая игрушка понравится Юле. Так, а первое это что? Так, у нас получается ответ кукла. Всем девочкам нравится кукла. Получает у меня деталь для дрона, спасибо. Так, и последнее задание у нас в Ромашковой долине. Пошлите туда. Кто у нас здесь? Агент. А я же его видел, а я думал, это еще старое задание. Так, ты опять умеешь? Я тут микросхем... А, ты паять умеешь? Я тут микросхему делаю.
Чего? Я твои микросхемы для дронов не подходят случайно? Принеси ко мне несколько микрочипов, я тебе микросхему сделаю. Будет сделано. Ого. Добудь микрочипы, принеси, и мы соорудим часть дрона. Где же их искать? Получается... А где микрочипы? Вот один. Вот второй. Вот третий. А остальные будут через 13 минут. Жаль, придется ждать. Но получается, мы с картой получили уже 6 микрочипов. Теперь через 13 минут будет у нас еще 6, поэтому нам хватит. Так, ну что, пока месть, давайте займемся вот этой вот игрой, за которой нас в прошлый раз забанили. Заслужи 5 смешинок на уроке волшебного карандаша. Как же это все-таки сделать? Или давайте, ну да, давайте, наверное, сначала сюда зайдем. Вот и Пак сам нарисовался, который помогает мне очень часто. Так, урок волшебного карандаша. Конфетка. А сколько нужно людей для того, чтобы в нее играть? Два хватит или нужно 5? Вот в прошлый раз мы втроем играли, но только ничего не получилось. Так, вот уже есть 3 человека и пошел таймер. Значит, все-таки минимальное количество игроков втрое. Осталось только научиться играть. Так, конфетка у нас загадывает. Плохие слова писать не буду, честное слово. Даже не пытайтесь меня спровоцировать. А что это у нас такое? Лопата. Ага. Палка. Но ножик. Тюбик. О, тюбик. Я отгадал слово. Хорошо. И что это значит? Все? Ух ты. Видим, заработал 15 баллов. Так. А интересно, засчитала или нет? Да, засчитала. Теперь нам нужно выиграть секретики. Так, а вот еще какое-то задание появилось. А что же это за задание такое? А, учись магии. Как вы помните, я уже первый уровень заработал. Теперь нам нужно еще 4 урока пройти. Но это уже, я думаю, в следующих видео. Так, переходим все-таки к секретикам. Так, давайте, надеюсь, что кто-то будет с нами играть. Вот секретики, ждем кого-то. О, вот как раз есть игрок. Но нам нужно не только сыграть, нам нужно еще и выиграть. А это уже сложнее, потому что здесь как бы все-таки зависит от везения больше. Так, ну что, вот готовность номер один. И давайте стрелять. Начинай. Ку-ку-ку. Ку-е-ку. Кеу-кеу. Ох, что это? Он сразу нас ранил. Обалдеть. Что за невезение? Вот так вот. Нас уже побили. Обалдеть. Уже 2 корабля у нас нету. Только начало игры. Он что, подсматривает? Отлично. Но мы тоже уже один подбили. Ну что ж ты сделаешь, а? Так. О, ну большие, да. Нам везет на размен сегодня. Эх, он 2 раза прям перед нашими кораблями выстрелил. Эх. Ну что, почему он так долго думает?
О, видно, он их все-таки по краю ставит. Вот, четырехпалубный. Получается, у нас сейчас поровну. У него и у меня осталось по два кораблика. Так, а где же они могут быть спрятаны? Это вопрос интересный. Тут чисто уже так в разброс, кому больше повезет, как я говорил. О! Еще один нашел. Отлично. Так, и осталось самое тяжелое, получается. Одиночный. Где-то найти. О, он вышел из игры. А это считается, что я выиграл или нет? Обалдеть, вот это подстава. Слушай, на тебя запомню, друг. Взял, кажется, и нас так подставил. Ну вот, шарм, кстати, он, надеюсь, не подставит. Жалко, мы уже ведь выигрывали, а он взял и сдался так нехорошо. Придется играть с кем-то еще. Так, вот игрок очередной. А, это шарм. Давайте прятать как-то, не знаю. Как угодно. Лишь бы спрятать. Так. Ну, пускай будет вот так вот. И последний. Наверное, вот так. Все хорошо. Напомню, все равно мы ждем какое-то время. Пока есть у нас чипы. Ну что ж такое, сразу вот этот многопалубный попадается. О, ну мы маленький пока есть зарядили. А он нам выбил уже большой. Пятипалубный. Так, четырехпалубный. Ох ты. Неужели мне везет? Ну, правда, это только начальное везение. Еще остаются маленькие корабли, которые... Ох ты! Так, вот уже четыре выбито. Осталось самое тяжелое. Однопалубный. Эх, нам еще одного ранили. Эх, опять. Вот, нашелся какой-то двухпалубный. Осталось, получается, самое-самое тяжелое. Блин. Так нас скоро и догонят. Здесь не может быть нигде. Эх, ну видите, он нас уже догнал. Теперь называется, кому повезет. Ну что, где ты можешь быть, а? Эх, почти рядом. Вот чисто повезло мне. Так, здесь не может быть. Сейчас все поле перепахаем. Ну... О, наконец-то. Ну реально уже на последнем ходу почти. Там уже у него некуда было просто ставить. Так, победил смешарик просто редкий. Но здесь все было по-честному, без подсказок. И спасибо за участие, называется. Так, ты отлично получаешься на фотографии. Вот смешинки за помощь. Переходим к следующему заданию. Нужны кадры из клубной жизни Шарарама. Веселись, а я позабочусь о снимках. Посети 5 клубов смешариков. Вот раньше не могли сказать, мы только что по клубам ходили. Какое веселье на голодный желудок, найди в меню одного из клубов роллы и купи их. Понятно, почему у нас тоже роллы продавали.
Так. Давайте... в кубах почти никого нет. Жаль, наверное, придется зависнуть здесь. У кого роллы есть? Пишем. Ага, уже нету этих. Понятно. Да, наверное, мы роллы сегодня уже не купим. Как жаль. А давайте глянем, что у нас там с щипами. Так, где они у нас? Так, микрочипы привезут через минуту. Ну что ж, подождем. А пока можно сходить за грушами. Вот у нас груши нужны, чтобы не терять зря время для этого задания. Тем более груш нужно 20 штук, поэтому мы сейчас 10 сорвем. А остальные позже. Так, вот. Еще у нас есть задание. Оторвись, посети 5 клубов. Найди в меню одного из клубов баварские сосиски и купи их. В общем, нам нужны роллы и баварские сосиски. Но нам их никто не хочет продавать, потому что уже, в принципе, поздно, пока мы играли. И клубы все позакрывались. Ну что, чипы, ау, 0 минут. Так, пока можем обслужить людей. Зефир. Так. Шарм. В клубе. Так, а вот и чипы подвезли. 2. Все, чипы мы все собрали. Возвращаемся в Ромашковую долину. К агенту. Супер, ты собрал свой дрон. Он уже летает над Шарарамом. Найди его. Искать. Где же нам его искать? Вот незадача. А, кстати, вот парк аттракционов. И вот наш дрон, по-моему, бегает. Точнее, летает. Твой дрон заснял удивительное сияние в лесном лабиринте. Может, там сокровище? Скорее беги туда. Ух, не так все и просто. Я думал, что дрон увидим и конец игры. А вот и лабиринт. Ух ты. Карта лабиринта. А интересно, ее можно как-то скопировать? Вот у меня есть программа, которая делает скриншоты. Так. И теперь можно спокойно идти. Так, ты можешь проходить перекресток сверху и снизу. Интересно. Давайте войдем, что ли? Или как? Как тут войти? А ну-ка. Карта хоть не меняется. Вот вход. А, можно вот теперь заходить в него, понятно. Так, ну давайте идти. Я себе сделал копию карты. Надеюсь, это поможет. А иначе заблудимся здесь. Ну а как? Почему карта не двигается, что ли? Ну это если купить, наверное, карту. Нет, карту не покупать. А как двигать ее? О, люди. Так, о, перешел к следующей миссии. Ну, в следующую часть. Как-то она непонятно переходит. Так, нам нужно пройти под этим мостом, так называемым. А почему? Почему? Я не могу вверх вот пойти. Как туда идти? Как-то не продумана карта. Вот я уже дошел, знаю, что мне туда нужно. И как пройти? Почему она не идет? Помогите, help. Блин. А, так это только второй этап, а еще 3 этапа. Обалдеть. А я думал, что уже... Все. Но мы так лабиринт долго будем проходить. Я не могу вверх перебраться. Как тут вверх перебираться? Получается, наверное, нужно нажимать на палки вот эти.
Точно, и потом он туда переходит. Или нет? Как? Куда нажимать? Ничего не понимаю. Вот какая-то палка. Хм, странно. Какой-то лабиринт запутанный вообще. Ну вот я... А, вот, все, понял. Там просто когда наводишь на край карты, появляется такой значок в виде руки. А что, я через палку не могу перейти или что? Не могу. Вот, появляется значок в виде руки. Все, это значит, что мы идем дальше. Все, а я уже, блин, не мог понять, как тут где... Ой, тупик. Это... А, нет, это не тупик, это переход. А я уже испугался. Переходим через два моста. Так, идем дальше. Эти долгие загрузки такие в этом лабиринте мне не нравятся. Так, так, а здесь нам куда? Все дальше через мост. Теперь вверх, по-моему. Так. Где наш переход? Так, тут можно долго-долго бежать без остановок. А на перекрестке уже подумать, куда нам свернуть. Что-то он буксует у нас. Так, нам сюда. Так, опять я не могу нажать на эту руку. Почему она не нажимается? А, вот сюда, да. Не совсем на краешек. О, вон золотая птица, подождите. А что, можно прям так к ней при... А! Нужно сначала ее взять, а потом еще выход найти. Получается, дрон заснял золотую птицу. О, ты нашел меня. Выпусти меня, герой. Хорошо, а как? Ух ты. Так ты не клад. Зачем мне тогда клетку отрывать? Ну, мы добрые, поэтому давайте выпустим. Найди 6 ключей от моей клетки здесь в лабиринте. Обалдеть, вот это, блин, подстава. И где же их искать? Так, ну давайте, не знаю, пробовать. Искать. Надеюсь, они не по всей карте разбросаны. Так, вон один ключ вижу, только как до него добраться? Так, это я иду в тупик. Я это уже увидел по карте. Блин, ну что же за такое... За беда бедовая. Ладно, я тогда буду... А просто показывать, где они есть на карте. Чтобы не тратить время. А смотрите, тут чудика нашел какого-то. Шо смотришь? Не находил я твоего ключа. Ага, проболдался, у тебя про ключ и не спрашивал. Но я таки его первый нашел. Ты хоть знаешь, от чего этот ключ? Зачем он тебе? Отдавай, давай. Пройди по веревочкам и узнай, где чудик спрятал ключ. Обалдеть. Так. А что здесь делать? А, туфлю ему нужно. Получается, идем по веревочке. Вот так вот. В руке, что ли? Или как это решить? Ну вот, подождите, туфель. А, нет, от руки, вот. От руки ведем наоборот. Ну да, в туфле, наверное. Этот ключ уже у тебя. Слава тебе, Господи, хоть один ключ у нас уже есть. Так, возвращаемся.
Так, вон еще где-то ключ лежит, только как к нему добраться? Так, а этот ключ уже, он лежит в самом начале нашего лабиринта. Нам придется потом весь лабиринт возвращаться назад. Вот еще один ключ, который в начале лежит. В общем, придется возвращаться. Так, а вот второй ключик. Он находится в правом верхнем углу карты. Возвращаемся. Так, а вот у нас еще какой-то крот появился. Наверное, тоже ключик наш вырыл. Надо теперь его искать. Как к нему пройти? Сейчас не все так просто. Так, а вот еще один ключ. Он находится в левом верхнем... Ну, не углу, вот, но в углу его можно увидеть. Это, по-моему, третий ключ у нас уже. Я уже запутался в этом лабиринте. Он меня уже надоел. Уже, наверное, не знаю, сколько в нем брожу. И конца края его не видно. Без конца везде застряешь, там еще что-то. Так, а вот четвертый ключ. Получается, он находится где-то с правой стороны, ближе к верху карты. То есть не в углу, а так вот, от центра до верха. Так, и в принципе, один ключ, наверное, еще у крота. А один я там видел внизу, в самом начале почти. Так, а вот уже наш крот. Наконец-то я до него добрался. Вот это вход вообще сюда в лес. Вот странно, я тут недавно ключ потерял, а сегодня нашел. Но он к моей пещере не подходит. Так это может не тот ключ, сейчас твой найдем, а ты мне этот отдай. Обалдеть, еще искать теперь ключ крота. Блин, сколько можно? А, посмотри на замок и подбери верный ключ. Тут получается... Верный ключ, верный ключ. Скорее всего... Что-то похожее на вот это вот. Обалдеть. Ладно, за румбик не хочу я ждать, я уже сегодня устал. О, так теперь вот другой ключ уже. Теперь вот точно. Нет, не точно. Вот этот ключ, скорее всего. Все, хорошо. Это у нас уже, по-моему, пятый ключ. Так, а вот и шестой ключ. Он находится в левой части карты, между центром и низом. Ну, вход в него снизу. Ты нашел все ключи. Возвращайся к клетке с жар-птицей и открой ее. Опять идти через всю карту к этой жар-птице. Ужас. Ну, хоть я уже научился ходить тут довольно-таки быстро. Поэтому зайду, я думаю, тоже быстро. Точнее, дойду. Так, вот я пришел к жар-птице. Наконец-то посмотрим, что она скажет. Опять куда-то пошлет, когда мы ее освободим. Ну и что? Она совсем улетела? Хочешь увидеть чудо? Догони жар-птицу. Ну понятно, то есть еще освободи ее, потом догоняй. И что это, нам нужно буквы подставлять? Прочитай только перевернутые буквы и напиши, куда она полетела. Так, перевернутая П, Ло, Щадь. Так, наверное, площадь Пло, Щадь, У, Бо, Боль, Нич, Ки. Точно, Боль, Нич, Ки. Наверное, так. Жар-птица полетела к больничке, не упусти ее скорее туда. О, фух, хоть не надо уже выходить из лабиринта, нас туда телепортировали. А вот она. Обалдеть. Ну, куда ты? И что? Ага, в башню нужно идти, понятно. Ну да, кто ж еще жар-птицу мог создать, только маги. Так, а где здесь маги? Маги, ау. Так, а где они здесь? А, здесь башня должна быть, башня. А как в башню входить? Это магические уроки. Ой, это ж не то. Так, к башне.
А мы в ней ни разу и не были, или это что-то новое? Снежная гора. А, вот, башня мага отдельно есть. Вот она. То школа магов — это башня. И что теперь? Ха-ха. Жар-птица — это был Злобикус. А вот так, я жар-птица и вернулся, чтоб меня добрые люди, ой, смешарики, выпустили. Ну так-так, я тебе, брат, в клетку заточил, уж больно ты много зла натворил. Кто бы это мог быть, ума не приложу, ай-яй-яй. Ой, но я же не знал, что это ты, Злобикус. Это правда, но я не уступлю. А ты, смешарик, на чьей стороне сражаться будешь? Сейчас будет битва, я силен как никогда, то есть наши силы равны. Кто, я сражаться, да я, мне водички бы. Конечно же за тебя, Умникус. Ну, мы ж добрые, поэтому мы за Умникуса. И что теперь, драться? Мы же не готовы. Караул, спасите, помогите. Так, запоминай магические действия и повторяй их в том же порядке, кликая на предметы левой кнопкой мыши. Ну что, давайте попробуем. Так. Я что-то не понял. Вообще не понял. Вот это, наверное, зеркало первое было. Точно, все. Я просто не понял, что это был предмет. Два раза на зеркало нам нужно. Один раз. Второй раз. Один. Второй зеркало. И книга. Понятно. Один. Два. И книга. И это ж только первый уровень. Обалдеть, а нам 4 нужно пройти. Книга третья. И зелье четвертое. Один. Два. Три. И зелье 4. Может, хватит уже? Нет. Три. 4. И лягушка 5. Обалдеть. Один. Два. Три. 4 зелья. И вот это лягушачье зелье 5. Так, все, это был первый уровень. 5, получается, повторов. Второй уровень. Ничего себе, вот какая-то микстура. Так, один. Два. Как бы это все запомнить? Мне уже страшно. Зелье. Книга. Так, зеркало. Зелье. Книга. Зеркало. Буду это зелье колба называть. Зеркало, колба, книга. Свечки. Зеркало. Колба. Книга. Свечка. Опять зеркало. Колба. Книга. Свечка. И казанок вот этот. Пускай будет зелье. Колба. Книга. Свечка. Зелье. Это еще не все. Так. Зеркало, колба. Книга. Свечка. Зелье. Книга. Ничего себе. Зеркало. Колба. Книга. Свечка. Зелье. Книга. Ну что, хватит уже. Все, хорошо. Теперь у нас было 6 повторов. Третий уровень. Так, зеркало. Хорошо, что зеркало с себя начинаем, хоть не путаемся. Так, зеркало. Лягушка. Зеркало.
Лягушка. Зеркало. Лягушка. Свечки. Зеркало. Лягушка. Свечка. Опять зеркало. Лягушка. Свечка. Зеркало. О, хорошо. Когда несколько подряд раз зеркало, то это хорошо. Свечка. Легче запоминать. Круговые такие повторы. Смотрим. Зеркало. Лягушка. Свечка. Зеркало. Книга. Так, это уже пятый повтор. Раз. Зеркало. Лягушка. Свечка. Зеркало. Книга. Зеркало. Лягушка. Свечка. Зеркало. Книга. И колба. Так, повторяем. Зеркало. Лягушка. Свечка. Зеркало. Книга. Колба. Что-то я уже начинаю путаться. Надеюсь, последний повтор. Так, зеркало. Лягушка. Свечка. Зеркало. Книга. Колба. И что последнее? И лягушка. Ух ты. Зеркало. Лягушка. Свечка. Зеркало. Книга. Колба. И лягушка. Ну, все, уровень. Отлично, все, остался последний уровень. Давайте сосредоточимся. Блин, не зеркало начало. Свечка. О, а зато два раза свечка, это хорошо. Отлично. Один, два и лягушка. Так, свечка, свечка, лягушка. Это уже три повтора. Свечка, свечка, лягушка, свечка. Отлично. Свечка, свечка, лягушка и свечка. По-моему, пока мисс четвертый уровень довольно-таки легкий. Свечка, свечка, лягушка. Свечка и зеркало. Это уже 5. Свечка, свечка, лягушка. Свечка, зеркало. Так, шестой повтор. Свечка, свечка, лягушка. Свечка, зеркало. И свечка. Обалдеть. Чтоб со свечками не запутаться. Раз, два. Лягушка. Свечка. Зеркало. Свечка. Это уже 6. Наверное, 2 осталось. Свечка. Свечка. Лягушка. Свечка. Зеркало. Свечка. Колба. Так. Свечка. Свечка. Лягушка. Свечка. Зеркало. Свечка. Колба. И, наверное, последний повтор, сейчас самый сложный. Свечка, свечка, лягушка, свечка, зеркало. Свечка, колба. И два раза колба. Понятно, по идее, это последний повтор. Свечка два раза, лягушка, свечка, зеркало, свечка. И два раза колба. Ну. Нет, не последний. Два раза свечка, лягушка. Свечка, зеркало. Свечка, колба. Колба. И зелье. Так, раз, два, три, четыре. 5, 6, 7,
8. Видите, а зелье тоже 9 получается. 9. Ну, все или еще? И последняя, наверное, 10. 3. Свечка. Зеркало. Свечка. Зелье 2 раза. Ой, колба 2 раза. Зелье. И книга. Обалдеть. Как бы не забыть. Свечка. Свечка. Лягушка. Свечка. Зеркало. Свечка. Колба. 2 раза. Зелье. Книга. Ну что, все? Обалдеть. Да, тебе удалось превратить из лобикуса в бабочку. Круто. За подарком. Ну что? Умникус. А что же мы выбираем? Смайлы, мне не очень нравится. Наряд кибербосса. Давайте выберем наряд. Отлично. Все, мы крутые. Давайте сразу опробуем наш наряд. Только давайте, наверное, в клуб вернемся. Там куча народу у нас уже побывала в гостях. 19 человек. Ну, никто ничего не заказывал, это хорошо, в принципе. Давайте переоденемся. Ох ты. Клёво. Все. Ну что, похоже мы на кибер чудика. А шапки у нас что, никакой нету? А, нет, шапки нету, как вы видите. Ну ничего. Ну что, друзья, и так у нас обзор затянулся, поэтому на сегодня все. А наши задания, которые планировали, выполнили. А поэтому прощаемся до следующего раза. Если вы смотрите наши обзоры и они вам нравятся, не забудьте поставить лайк и поделиться ими с друзьями, для того, чтобы кто-то тоже посмотрел Шарарам в нашем исполнении. Ну а если вы еще не подписаны первый раз на нашем канале, то обязательно это сделайте, для того, чтобы не пропускать новые серии. На сегодня все, всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Оставайтесь на нашем канале, будут интересные обзоры дальше. Пока-пока!